23 квітня рашисти обстріляли Одесу. Ракета, запущена з акваторії Каспійського моря, влучила прямісінько у житловий будинок та лишила життя 7 людей, серед яких 3-місячне немовля. Напередодні окупанти заявили о планах прорубати суходольний коридор від Донбасу до так званого Придністров'я. Неймовірні плани агресору звернув увагу і президент Володимир Зеленський під час прес-конференції. А чи впливають ці події на ваше подальше перебування у місті? Чи плануєте поїхати самі або ж відправити близьких у безпечні місця? Я вам одразу скажу, мені уїхати нікуди. Тому я не планую покидати город і куди-то уїжджати. С другой стороны, я не военный человек, я не знаю, что, какие планы и что здесь будет в дальнейшем. Но я думаю, все-таки разом победит и как-то разрешится вопрос. Одесса – это, ну, понимаете, что за город. Это уникальный город, который, ну, невозможно просто так взять и что-то с ним сделать нехорошее. Ситуация такая, что у меня в Херсоне остался муж, который в плену у российских военных. Как бы вышел за сигаретами, они его схватили и увезли. Поэтому сильно далеко от него уезжать не хочется, потому что если я узнаю какие-то планы, ну то есть я захочу быстренько туда вернуться, и поэтому Одесса для меня сейчас как такой пункт ожидания, скажем так. То есть куда-то далеко выезжать я не хочу. То есть я буду сидеть здесь, ждать какой-то информации, скажем так. В принципе, если будет угроза, наверное, да, уеду, потому что в такой ситуации я считаю, что... И женщины, и дети будут лишними в Одессе, если вдруг действительно возникнет серьезная угроза. А наразі ваша родина в Одессе перебывает? Наразі так, наразі сейчас в Одессе. Я была не в Одессе, я вернулась в Одессу уже 3 недели, как в Одессе. Уезжать очень не хочется. Хочется действительно остаться в Одессе и дождаться победы здесь. А вы выезжали за кордон и повернулись? Не за кордон, я была на Западной Украине. Мы вообще живем с семьей в Киеве, но мы приехали сюда к бабушке, дедушке, которые живут тут в Одессе, и они пока не могут ехать, у них нет возможности, и пока будут оставаться тут. Є плани повертатися у Київ чи якісь інші плани? Поки що будемо повертатися у Київ, але ми живемо зараз у Словаччині, тому що у нас є діти, їм по 7-6 років, тому ми піклуємося о безпеці наших дітей і, мабуть, будемо їхати далі за кордон. Ну, Одеса – мій дом, я не планую відсюди уїжджати. Поки до цього моменту не уїхала, надіюсь, в дальнейшем теж не уїду. І сім'я ваша, родина? Так, здесь. Все здесь. Планів довгострочних нету, как бы, по ситуації все. Смотрим, то есть, если надо, собрались за 20 минут, уехали. Да и все. Ну, в цілому наразі покидати Одесу не збираєтесь? Ні. Остаюсь в Одесі, я і сім'я продовжуємо ходити на роботу. Все під контролем. Ну, а у разі ескалації конфлікту? Женський колектив, можливо, уїде, я останусь сопротивлятися.